Бокер Тов, продолжаем с вами изучение законов Лашон Ара. День 31, я сам учу Дверей Тороли Нишмат Хорошу, Тенгур Хама Митер Рушим, Урхами Бурха Мензель Пола, Сахадами Сруфатами Сруфатами Шалом Борис Баула. Тов, начнем с молитвы. Владыка мира, да будет твоя воля милосердней и милостивой, чтобы ты даровал мне заслугу сегодня и каждый день уберечь свои уста и язык от Лашон Ара и Рахилют. Да, стерегу себя плохих слов даже об одном человеке и, конечно, обо всем еврейском народе или его части. Пусть не будет у меня жалобы на пути святого, благословен он. Да, стерегусь я слов лжи, пустой болтовни, ссоры, гнева, гордыни, резкости, оскорблений, насмешки и других видов запрещенной речи. Даруй мне заслугу говорить лишь то, что необходимо для моего материального и духовного благополучия. И пусть все дела и слова мои будут ради немец лешем шамай. Лашон ара, сегодня Аллаха клевита. Как уже говорилось, все формы лашон ара, при том, что они передают верную и точную информацию, запрещены. Человек говорит лашон ара, что это? Он говорит правду, но это правда отрицательная, которая вредит, унижает человека. Эта правда является лашон ара, и нельзя ее говорить. Только в особых обстоятельствах, которые рассмотрены ниже, бедрат Ашем, информация, относящаяся к категории лашон ара, разрешена, как мы с вами говорили, в бизнесе или когда люди женятся и так далее. В широком смысле к лашон ара относится и клевета, информация, содержащая ложные сведения. Она носит название «Отцаат Шемра». То есть это хуже, чем лашон ара. По-русски переводится «создание дурного имени». То есть человек клевещет на другого. Он хороший на самом деле, он честный, а он клевещет на него. Делает для него нехорошее имя. И является еще более серьезным грехом, чем правдивый лашон ара. То есть «Отцаат Шемра» клевета хуже, чем лашон ара. Это одна из подкатегорий лашон ара, но она сама по себе хуже, чем лашон ара, потому что лашон ара, по крайней мере, это правда. Это негативная правда, унижающая правда. А это муци шемра. Передача унижающей информации, в основном правдивой, но содержащей преувеличение или незначительные отклонения от фактов, также считается отцаат шемра. Теперь у нас любят приукрасить, правильно? Что-то случилось, ого, ты знаешь, что там случилось? Не знаю, что там было, пошло два капли дождя, сказали, там был гром и молния, и конец мира, не дай бог, и так далее. Это тоже, теперь, несмотря на то, что действительно немного дождя было, но он преувеличил, приукрасил, уже переходит из категории правды, которая является лашон ара, в категорию клеветы, которая является лашон ара. И мусар на сегодня из книги Шмират Рашон «Благословение мира». Тот, кто дурно говорит о других, или того, кто дурно говорит о других, вернее, презирает даже те, кто слушает его злые слова и принимает их на веру. То есть, два человека говорят, или один рассказывает про другого плохо. Те, которые слушают, может быть, они его слушают, но в душе они его презирают. Он думает, он сейчас говорит про меня, он сейчас говорит про него, завтра скажет про меня. Поэтому он его все-таки презирает. Он человек, как бы ему не хотелось сказать лашон ара, и как бы ему не... казалось, что, о, смотри, все меня слушают, все меня любят, все ждут, чтобы я это продолжал рассказывать. Он должен знать, на самом деле, что все люди это там его внутри презирают. Человека, который хранит чистоту речи, Всевышний одаряет драгоценным благословением, исходящим из его качества, именуемого мир. То есть из качества мира, из качества Всевышнего, которое называется мир, Всевышний благословляет человека, который хранит чистоту своей речи. Поэтому, если он воздерживается от негативных высказываний о других людях, никогда не станет объектом враждебности. Если он о людях плохо не говорит, у него не будет тоже врагов, он сам не будет объектом враждующих. Напротив, его будут любить, ему будут доверять, и о нем не станут плохо говорить. Чем он это заслужил? То есть, получается, что сейчас он будет жить в мире, про него не будет говорить, с ним не будут воевать и будут ему доверять. Мир настолько драгоценен, что если евреи его поддерживают, Всевышний не позволяет сатану причинять вред еврейскому народу. Даже когда евреи поклоняются идолам. Как мы с вами говорили во время Хава, евреи были идолопоклонниками, но они шли на войну и побеждали других идолопоклонников, гоев. И те гои спрашивали, окей, если они соблюдают Тора и Мицвот, мы понятно, почему Бог им помогает, но почему сейчас и мы идолопоклонники говорят гою, и они идолопоклонники? Почему они побеждают? Потому что в его время не было лашон ара. Евреи, несмотря на то, что были идолопоклонниками, они были дружными. Тот, кто всегда отзывается о других хорошо, удостоится того, что и Творец повернется к нему, как шалом, мир. Один из аспектов одного из имени Бога. О сплетнике мудрецы говорят. Того, кто обедает с человеком, а потом говорит о нем плохо, Творец называет ра, зло. Как сказано, обман в сердце злоумышленников. То есть,
Ты сейчас сидишь с ним кушаешь, а потом выходишь про него рассказываешь. Он такой, он сякой. Вот этот человек называется злом, ра. Он само зло. А как мы детей защищаем от ошибок? Унижают сейчас. Унижающий других сам станет объектом презрения. Человек, который унижает других, его самого будут презирать. И это помимо наказания, которое он заслужил. Он заслужил наказание за свое лашон ара. Еще сам будет презираем. Намек на это находят ранние комментаторы в следующем стихе. Какое увечье нанесет он человеку, такое должно быть нанесено ему. Да, мы как сказали, око за око, зуб за зуб и так далее. То есть здесь намек на что? Ты привел к тому, что кого-то стали презирать, ты сам будешь презираем. Кроме наказания за свой грех. Более того, злословящий человек неизбежно начнет вызывать презрение даже у тех, кто его слушает и кто принимает его грешные слова за правду. Как говорят мудрецы, лжесвидетели презрены даже в глазах тех, кто их нанял. То есть человек нанимает лжесвидетеля прийти в бедин, но он все равно его презирает. Он ему платит деньги, потому что он делает его грязную работу. Так говорит трактат Санедрин, 29 лист, 1 страница. Слушатели всегда будут подозревать, что рано или поздно он дурно отзовется и о них. То есть, как мы сказали, человек, который слушает лашон ара, ого, и проявляет, как интересно, как хорошо, он все равно должен знать, что тот, кто рассказывает, тот, кто слушает его, он всегда опасается, что он и про меня когда-то скажет лашон ара. Поэтому человек, который хочет жить в мире, чтобы о нем не говорили, чтобы с ним не враждовали, он сам должен научиться про других не говорить. И так Всевышний повернется к нему своей мерой мира, шалом, и Бедрат Ашем будет жить в мире, и он, и весь еврейский народ. Баруха Дуна Леула. Амин и амин.